Фестиваль «Театр кукол детям» начался с красочного открытия. Его провели на площади у Дома творчества «Луч». Гостей фестиваля приветствовали сказочные персонажи и герои известных книг. Я надеюсь, что ребята в осенние каникулы получат большое удовольствие побывать на празднике театрального искусства. И вообще мы поняли уже третий раз, что эта форма очень востребована. Дети любят театры кукол, наслаждаются. После дети переместились в зрительный зал. Там им показали спектакль «Колобок» в исполнении театра «Золотой ключик». Интерактивная игра-сказка открыла фестиваль. Всего же в нем принимают участие 4 сочинских театра, в том числе «Волшебная страна», театр «Марионеток», театр «В себе» и «Саквояж» Романа Соколовского. Два спектакля можно посмотреть завтра в 11 и 14 часов. А в перерывах между постановками юные зрители смогли поближе рассмотреть кукол и узнать, как их создают перед тем, как они оживают на сцене.